Доброе утро, понедельника. Что делать, если за воду вы платите своевременно, а вам вместе со всем домом ее все равно отключают за неуплату? Возможно ли освобождение от ответственности в случаях нарушения антимонопольного законодательства? Ответы на вопросы в рубрике «По вашим письмам». Первое письмо сегодня от жителей Бершети. У нас в селе вот уже третий год подряд горячую воду отключают на все лето. В управляющей компании обосновывают столь длительное отключение большими задолженностями населения перед поставщиками. Но почему мы, добросовестные плательщики, должны страдать по чьей-то вине? Уважаемый автор вопроса, страдать по вине тех, кто задолжал, вы действительно не должны. По закону, поставщик ресурса может отключить за неуплату только должников, а не всех разом. Поэтому вам надо обратиться с соответствующим заявлением в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы. Как собственника квартир мы инициируем разбирательство с привлечением вашей управляющей компании и с привлечением вашего ресурсоснабжающей организации. И вынесем предписание о восстановлении горячего водоснабжения. Как вариант, вы можете обратиться в суд, гражданский суд, с требованием о восстановлении вашего горячего водоснабжения. Можно попросить обеспечительную меру. В виде немедленного восстановления она должна быть принята в течение одного дня. И тем самым защитить свои права. Дополнительную консультацию вы можете получить непосредственно в Управлении Федеральной антимонопольной службы. Запишите контактный телефон 235-12-00. Следующий вопрос сегодня от Андрея Владимировича. Слышал, что в некоторых случаях нарушители антимонопольного законодательства могут быть освобождены от ответственности. Что это за случаи? Андрей Владимирович, такое действительно возможно по закону. Впрочем, такие случаи все же большая редкость. Если эти лица докажут антимонопольному органу, что их действия продиктованы развитием науки, развитием и продвижением новых технологических каких-то ноу-хау, продвижению продукции российского производства на международных рынках, и только тогда антимонопольный орган может посчитать, что действия, хоть и противоречат антимонопольному законодательству, но фактически они не приводят к негативным последствиям на рынке. В иных случаях все, безусловно, действия, которые прописаны в законе, как недопустимые с точки зрения закона, они будут считаться действием как нарушение закона. Напомню, ответы на эти и многие другие вопросы вы всегда сможете найти на сайте антимонопольного ведомства Пермского края по адресу perm.fas.gov.ru. Не забывайте присылать свои вопросы и нам, координаты рубрики на экране. А пока удачи в новом дне. До встречи.